Летние дни на даче бывают жаркими не только от погоды, но и от работы. Напомню, что герой нашей программы Кирилл Кириллов решил устроить реконструкцию собственного дома своими руками. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Мы продолжаем следить за ситуацией. Напомним, семья Кирилловых купила дачу в подмосковном Раменском. Вначале супруги Елена и Кирилл планировали ограничиться мелким ремонтом. Однако после первой ночевки поняли, жить в доме невозможно. Бесконечные сквозняки и отменная слышимость свели комфорт загородной жизни к нулю. Поэтому на семейном совете было принято решение начать реконструкцию дома. Причем в целях экономии – своими силами. Почти все средства молодая семья уже потратила на приобретение дачного имущества. Так началась история «Сделай сам». После изучения технологий и покупки материалов, хозяин дома самостоятельно укрепил фундамент и утеплил цоколь, и даже обшил его. Хозяева дома? Да-да. Хозяева какого дома? Шутка. Ну, слушай, я смотрю, ты уже так продвинулся, в принципе, неплохо. Один вопрос. Вот скажи, твой оптимизм по поводу самостоятельной стройки, он вообще как не иссяк еще? Нет, конечно. Ты прям бодр? Да. У тебя хватает времени на сон, на еду, на семью, на работу и на стройку? Ну, на работу не всегда хватает, но так в целом да. Понятно. Ну, если ты не против, я пойду с инспекцией. Запросто. С этого момента, как здесь стартовали работы по ремонту, старенький загородный дом семьи Кирилловых порядком преобразился. После завершения работ на цоколе хозяин дома приступил к утеплению стен. На доме было решено применить пароизоляционную пленку Технониколь Альфа Барьер 4.0. Она защищает теплоизоляцию и конструкции стены от воздействия влаги в виде пара, а также обеспечивает экранирование внутрь помещения до 50% тепловой энергии, тем самым снижая эксплуатационные затраты на отопление. Удобство в применении – еще одно преимущество этой пленки. Герой нашей программы с этим этапом реконструкции справился на удивление быстро. Для того, чтобы пленка полностью соответствовала своим характеристикам, ее необходимо монтировать внахлёст. Для облегчения монтажа здесь нанесены специальные разметки для совмещения стыков листов. Пленку между собой необходимо склеивать специальным скотчем. Также с пленкой можно смело работать, она достаточно крепкая и имеет армированный слой, что вот видно с этой стороны пленки. После монтажа пароизоляционной пленки устанавливается деревянный каркас. Для него используется самое обычное дерево – сосна. Бруски обрабатываются антисептическим раствором, а после крепятся к стене. Ширина элементов каркаса подбирается, исходя из толщины теплоизоляции. В данном случае это 150 мм. Чтобы наравне с утеплителем весь теплый контур дома работал одинаково, необходимо заменить старые деревянные окна на новые, пластиковые, что и сделали хозяева в самом начале ремонта. Как происходит утепление фасада дома? Ну, первое, делается, естественно, тепловой расчет. Соответственно, выбирается толщина утеплителя. И по толщине утеплителя делается каркас. И дальше каменная вата укладывается в эту обрешетку. Чтобы убрать возможные мосты холода, дальше набивается контр-обрешетка. И уже сверху, финальным слоем, укладывается еще 50 мм. Таким образом, фасад дома будет абсолютно теплый. Но есть один очень важный момент. Чтобы тепло от дома не конденсировалось внутри ваты, нам нужна пленка, чтобы возможные пары эти отсечь. Поэтому, естественно, первый слой – это пленка. В чем преимущество каменной ваты? Во-первых, это базальт, это волокна базальта, это камень. Она абсолютно не впитывает воду. То есть мы можем даже налить, смотрите, она катается, но не впитывается. И вот в этом ее сильная сторона. Раз и нету. Она не горит. Мы можем попытаться ее поджечь, но это безуспешно. Она даже не плавится. И самое главное, этот материал не едят грызуны. То есть мыши у вас здесь не заведутся. Для утепления своего дома я выбрал каменную вату марки Технониколь Техноблок.
из-за того, что у нее достаточно высокая плотность, и ее можно монтировать в вертикальное каркасное сооружение без каких-либо дополнительных креплений. То есть каменная вата укладывается, и она не сползает, остается там зафиксирована достаточно. Для того, чтобы в доме можно было проживать круглогодично, я посчитал, что минимальная толщина ваты нужна 100 мм. Но для того, чтобы подстраховаться, я решил использовать толщину каменной ваты 150 мм. При работе с каменной ватой рекомендуют использовать защитный костюм и респиратор. Вот у меня он есть. Для защиты утеплителя от ветра и влаги, поступающего снаружи, я буду использовать ветровлагозащитную мембрану Технониколь Альфа Топ. Также для того, чтобы не выдувало частицы утеплителя и лучше сохранялось тепло внутри помещения. Данная гидроветрозащита монтируется также внахлёст. Для облегчения монтажа здесь имеется клеевой слой. Стыки вертикальные необходимо дополнительно проклеивать двухсторонним скотчем. Итак, фасад дома утеплен, он закрыт гидроветрозащитной мембраной. И вот теперь очень важный момент. Вот эти рейки обеспечивают вентиляцию фасада. Зачем это нужно? Дело в том, что мембрана помогает отводить влажный воздух от утеплителя. А как раз по вот этим каналам воздух будет продувать фасад, и утеплитель всегда будет оставаться сухим. Вот так это работает. И именно поэтому фасад называется вентилируемый. Здесь я смонтировал плиты ОСП на контрабрешетку. Плиты ОСП я выбрал толщиной 9 мм, потому что они обладают достаточной жесткостью для монтажа финишной фасадной плитки. Монтаж плиты ОСП я выполнял с разбежкой швов и зазором в 3 мм, для того, чтобы обеспечить жесткость конструкции и чтобы плиты при температурном изменении могли расширяться либо сужаться в зависимости от времени года. Окна и двери я старался делать из одной плиты с Г-образным вырезом для того, чтобы была жесткость в углах и в местах соединений этих плит между собой. С этим материалом я работал первый раз. На самом деле мне показалось, что это довольно-таки универсальный материал, и я думаю, что еще где-нибудь использую его во время строительства. И вот уже практически финальный слой нашего фасада – это ОСП. ОСП – это ориентированная стружечная плита. Это замена фанеры, и по многим параметрам этот материал ее превосходит. Ну, например, вот нам кажется, что вот эти вот стружки здесь лежат хаотично, а это не совсем так. Внутри ОСП несколько слоев, и каждый следующий слой лежит перпендикулярно предыдущему. Понимаете, да? Так, так, так и так далее. Сделано это для того, чтобы увеличить физические свойства ОСП, чтобы она была крепче. С этой стороны ОСП имеет специальную пропитку, поэтому не боится влаги. И стоит, кстати говоря, дешевле фанеры. Для финишной отделки фасада Кирилл выбрал ту же фасадную плитку Hauberg, но более светлого цвета. Таким образом получился единый ансамбль. И цоколь, и фасад будут выполнены из одного материала, как Кирилл и планировал. В принципе, в монтаже данной плитки ничего сложного нет. Единственное, необходимо соблюдать три правила. Правило первое – это чтобы каждый следующий ряд перекрывал клеевой шов предыдущего ряда. Правило второе – это то, что гвоздь должен пробивать сразу два слоя плитки. И правило третье – необходимо соблюдать разбежку плитки на половину лепестка. После того, как теория обработана, на практическом экспериментальном занятии Кирилл Кириллов приступил к финишной отделке фасада. Не забыл и совет производителя, как сделать красивый фасад с равномерным цветом.
Я просто очень жду начала монтажа, потому что мне интересно, как ты это будешь делать своими силами, но пока ты только во что-то играешь. Для того, чтобы получился красивый фасад, производитель рекомендует перемешивать из разных пачек плитки, для того, чтобы не было цветовых пятен на доме. То есть ты хочешь сказать, что если ты их перемешаешь, то тогда переход будет незаметный, как последний альбом Алены Апиной? Да. Для того, чтобы все нам это закрепить, нам потребуется молоток, рулетка, гвозди, шнурка и нож. Жду не дождусь. Монтаж начинается с укладки стартовой полосы. Ее делают из рядовой плитки, отрезая лепестки. Плитку к основанию из ОСП крепят на 11 оцинкованных гвоздей, 3 сверху, 8 снизу. Первый ряд целой плитки должен перекрывать клеевые полосы и крепеж на стартовой полосе. Каждую такую плитку крепят на 8 гвоздей. Следующие ряды укладываются со смещением на половину лепестка. Гвозди верхнего ряда одновременно крепят нижний ряд. Таким образом, на каждую плитку приходится не 8, а 16 гвоздей. Это надежно. Вот мне, как дизайнеру, очень нравится в том, что вот в этой системе все придумано. Это вот готовое решение. Что я имею в виду? Смотрите, вот у нас есть оконный проем, да, или, может быть, это любой другой проем, дверной, неважно. Его тоже надо как-то оформлять. И здесь не надо бегать, не надо придумывать какие-то уголки, планочки. Все придумано. Смотрите, готовое решение. Покрыто тем же самым материалом, с помощью полимерного покрытия. То есть просто так это все не соскребешь. Подходит в цвет. Ну, в данном случае это к цоколю, а вот такая планка подходит именно к нашему проему. Смотрите, как эстетично. Вот. И самое главное в том, что вот здесь покрытие алюмоцинк, оно в 7 раз более стойкое, чем простая оцинковка даже с полимерным покрытием. Это, кстати говоря, новая технология. Поэтому сноса этой вещи вообще не будет. Декоративные планки на углы и откосы для фасадной плитки – это готовое решение, которое предлагает компания «Технониколь». Еще одно – цокольная планка, с помощью которой оформляют переход фасада в цоколь. Но в данном случае ситуация нестандартная. Изначально стены дома были настолько кривыми, что новый фасад сравнять с цоколем не удалось. Слишком большая разница. В связи с тем, что мой фасад выступает над цоколем довольно-таки сильно, мне пришлось усовершенствовать эту конструкцию и подогнать ее под свои условия. Для этого я обрезал вот эту вот часть и буду крепить следующим образом. У меня тут есть специально подготовленная планочка. Сейчас я вам покажу. Вот. Она будет крепиться вот таким вот образом. Снизу сохраняется при этом вентилируемый зазор, а для перекрытия доступа туда всяким насекомым и прочим мелким животным я там буду монтировать пластиковую защитную сетку. Особо сомневающаяся категория граждан считает, что такая плитка не очень надежная. Именно для этой категории граждан мы проведем творческий эксперимент и проверим ее на механическую устойчивость, тепловую, ну и, конечно, художественную. Посмотрим, как она выдержит рисование. Первый эксперимент на механическое воздействие. Кидаем дротики. Ну что я хочу сказать, конечно, дротик пробивает плитку, но пробивает он только верхний слой. И вообще, надо сказать, нужно приложить достаточно много усилий, чтобы хоть как-то ей повредить. Потому что вот эта поверхность достаточно жесткая и плотная. Я считаю, тест пройден. Многие считают, что эта плитка вроде как рубероид, и если ее нагреть, она начнет плавиться. Ну, во-первых, это никакой не рубероид, естественно. А во-вторых, мы ее специально сейчас нагреваем, чтобы доказать, что это не так. Так вот, у нас есть прибор, высокоточный, интеллектуальный прибор.
Температура от лампы сейчас 314 градусов. Это вот то, что лампа излучает. Поверхность нагревается до 100 градусов. И, как видите, ничего не течет. Соответственно, в каком бы регионе вы не смонтировали эту плитку, даже в самом жарком и солнечном, от солнечного тепла с ней ничего не случится. Ну и, конечно, художественное воздействие. У кого нет дома маленьких детей, у которых в руках в моменте оказывается мел. И они обычно делают вот так. Не правда ли красиво? Красиво это с точки зрения ребенка, а вот с точки зрения фасада не очень. И у нас простая задача все это отмыть. Проверяем. Не осталось и следа. Это лучшая погода, что может вообще случиться на даче. Привет. Приветствую. Слушай, ну другое дело. Прям не узнать. Давай, хвались, рассказывай, что у тебя тут как. В общем, все доделали, вообще все шикарно получилось. Как задумывали, так и сделали. Я не верю, что все было гладко, идеально. Давай ты мне вот прям детально расскажешь, какие были трудности, что получилось, что не получилось. Ну, вот от угла прям начнем. То, что мне нравится, это есть различные уголки, переходные планки, которые под цвет фасада, именно под тот, который ты применяешь. Ну, я вижу, соответственно, получается очень аккуратно, ничего не торчит, ничего не свисает, ничего не надо придумывать. Это на самом деле удобно. Да. Все в одном месте заказываешь и все. И выглядит очень симпатично. Скажи, а вот сочетание, допустим, цоколя и стены быстро подобрали? Или как это система? Или что? Как вы вообще к этому пришли? Ну, это не система, просто захотелось немного разделить, чтобы был цоколь одного цвета, а фасад другого цвета. Ну, чтобы немножко сыграть цветом, и дом не казался такой монолитной серой стеной. Ну, за вечерочек один с женой мы подобрали. Но я хочу тебе сказать, что получилось очень симпатично. То есть, если бы я не знал, что ты не дизайнер бы, я подумал, что здесь действительно какое-то архитектурное решение. Это здорово. Скажи, сколько времени у тебя ушло на облицовку одной стороны дома, вот на один фасад? Ты же один практически все делал. Ну да. По-хорошему, если есть помощник и погода позволяет работать с утра до вечера, то ну, с толком и расстановкой где-то 2-3 дня на стену уходит. Ну, то есть достаточно быстро. Да. А представляешь, если бы тебе пришлось вот это сейчас монтировать вот в такую погоду? Не проблема, потому что этот материал не боится ни воды, ни холода, ни мороза, ничего. А это, кстати, хорошее достоинство. Ну, пойдем дальше смотреть. Были ли у тебя ситуации, когда ты думал, что все пройдет гладко, а на самом деле были очень большие сложности? Да, сначала сложность возникла с цоколем, потому что оказалось нестандартного размера цоколь по отношению к фасаду основному. То есть он больше или меньше оказался? Он оказался несколько меньше. Пришлось придумывать вот этот вот переход с цоколя на фасад. И потом второй просчет оказался с крышей. Когда мы выровняли стены, оказалось, что крыши не хватает, чтобы закрыть пирог стены. И пришлось докидывать шифер на крышу. Вот я специально тебя именно к этому и подводил. Потому что на самом деле стена увеличилась почти на 100 миллиметров, да? А свес крыши был маленьким. И об этом сразу не подумали. Но решение было найдено. Да, добавили просто шифер как временный вариант. И в следующем году будем стараться делать новую крышу. На протяжении всего ремонта хозяин дома не мог решить, что делать с крыльцом. Оно выглядело совсем удручающе и казалось, вот-вот рухнет. Поэтому были сомнения, снести его и строить новое или все-таки попытаться восстановить. Вот как театр начинается с вешалки, так же и твой дом начался с крыльца. Расскажи, что здесь произошло, что ты сделал? А я немного доработал старую конструкцию крыльца. Ты называешь это немного, да? Да. То есть мы убрали старые гнилые опоры, добавили сюда новые опоры, сделали их симметрично, чтобы красиво смотрелось с разных сторон. Заменили балясины, перила, соответственно, и покрасили просто, и все. Так, то есть так просто, и все это ты сделал своими руками? Да. Теперь этот дом один из самых заметных в дачной округе. Но главное не только внешнее преображение. Внутри стало тепло и уютно, даже когда снег за окном. Теперь супруги Кирилловы при любой возможности приезжают сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты. Вот она, идеальная картинка загородной жизни, о которой так мечтали Елена и Кирилл.
Смотри, ты помнишь эти дырявые окна? А как сейчас все получилось? Посмотри, какой сарай у нас раньше стоял. С виноградиком. И как здорово сейчас все получилось. А ты переживала. Ты отлично все сделал. А давай посмотрим кровлю на следующий год. Вспомни, как мы выбирали фасад для нашего дома. Как я хотела более темный, а ты предложил этот светлый мраморный кирпич. А не наоборот? Как хорошо, что мы с тобой закончили, и можно на 20 лет расслабиться, потому что у нас есть гарантия. Мы можем сколько угодно хвалить материал и снимать об этом сюжеты, но лучший инспектор – это холода. Дождемся зимы, а с нашими героями мы встретимся весной. Это была «Дачная академия», ее ведущий Илья Рыков.